Около 20 громад в Одесской области уже объявили о своем желании объединиться в города областного значения. Одесский областной совет утвердил порядок сессии, на которой будут приниматься решения по созданию первых сельских объединений. Объединенная громада получает такие же полномочия, которые имеет город областного подчинения. Они будут примером для всех остальных, те, кто идут первопроходцами. Они показывают, собственно говоря, что на самом деле несет эта реформа, то, что уже увидели города областного подчинения. Инициатива объединения становится все более востребованной. Работники госаппарата обещают прозрачность и демократичность процедуры. Принцип добровольности мы поставили с вами во главу угла как приоритет. И я считаю, что если какое-то законодательство несовершенно, ничего не меняет, не мешает сегодня поменять это законодательство, в первую очередь на уровне подзаконных актов. Первым районом, который объединится с близлежащими селами, станет Беляевский. Но окончательное решение будет за Верховным советом. Павел Репин, Юрий Шинкаренко, Думская ТВ.